Начинаем новое видео. Если вы у меня первый раз на канале, то меня зовут Настя, мне 34 года, есть у меня двое детей. Старшему сыну 3,5 года и дочке год и 2 месяца. У меня канал обычный, про мамские дни, будни мамы, поэтому если вам нравятся такие видео, то обязательно подписывайтесь. А также хочу напомнить, что я открыла недавно телеграм-канал, ссылку я оставлю внизу в описании, поэтому тоже туда переходите и подписывайтесь, я буду рада каждому. Также пишите вопросы, задавайте вопросы, пишите комментарии, я буду рада любому вашему вопросу, вообще не важно, что вы там напишите, там хоть смайлик, поэтому да, дайте мне знать, чтобы я понимала, и всем приятного просмотра. На кухне у нас есть обновочки. Это холодильник. У нас был наш черный классный холодильник. Стильно он так смотрелся. Мы его увезли пока и заменили на обычный простой холодильник от Бико. Мне нравится сейчас, как смотрится. Стало более светло. Но такой миниатюрный, да, очень хороший, но он немножко поменьше. То есть он по высоте выше, о, ниже наоборот. И по глубине, поуже. Ну, а так, в принципе, неплохой. Очень бюджетный нам вышел от Бико. Тот у нас LG был. Вот он, мы заменили. Если кто-то меня смотрит тщательно, то могли увидеть, что в предыдущем видео он уже мелькал. Так что у нас вот такие обновочки у нас. На кухне стоит холодильник. Не, он хорошо здесь смотрится. Беленький, светленький, как он. Это сразу стало выглядит визуально больше, светлее, потому что белый. Так что вот такой холодильник. Потом у нас есть чайник временный, нам отдали друзья. Но они сказали, можно его выбросить, он вообще не выключается. У них тоже такой он был на замене, да. Наш черный, он поломался, он не стал нагреваться. Мы купили взамен нашему тоже очень простой бюджетный чайник. Такой, он уже стоит 2 недели, где-то надо просто его поставить и включить, и, наверное, купить лимон, с лимоном пройти, ну, воду кипятить, потому что есть небольшой запах внутри. Очень простой чайник. И еще есть обновочка у меня, вот такая сковорода, новая Тефаль, красивая, титановая, вот такая золотая она. Есть у них серии из золота, ну, из такой серии, говорят по отзывам, что они очень хорошие. Она большая, диаметром 28 сантиметров. Я в планах у меня еще взять одну поменьше по объему, но повыше хочу. И блинницу, потому что у меня блинницы вообще нету, никакой сковородки. Так что вот такая у меня красота. Она идет, правда, без крышки, но крышку можно любую подобрать, это вообще не проблема. Могу и старой своей использовать, посмотрю. Так, на ужин я готовлю простую еду. Мне как-то писали, что я вам показывала, что я готовлю, но ничего такого сверхъестественного. Сейчас я буду готовить гуляш и поставила мясо вариться на суп. Суп я буду готовить щи. Если такая баночка на зиму заготовочки делают родители, мама родители, поэтому да, вот борщ, щи и рассольник я часто готовлю. Когда дети маленькие, очень удобно. Поэтому вот так. Так, у нас время обеда, и опять на обед второй раз едим это рис, курицу и сыр, да? Человек обедает. На самом деле у нас уже пол первого дня. Не могу ее уложить спать. Обычно она спит до обеда первый сон, а второй где-то часа в 4. Время уже пол первого, она еще не спала. Поэтому думаю, ладно, пусть она поспит тогда, может быть, один раз сегодня. Вообще, какие у нас
как прошла сегодня ночка. Сегодня ночка у нас прошла, получается, без соски, это вторая ночь. Но вчера она спала, очень часто просыпалась, я говорила. Но я еще думаю, возможно, это было и не из-за соски, а на улице был сильный ветер. Все-таки дети реагируют, возможно, на погоду она часто просыпалась, так реагировала. Сегодня она всю ночь спала. Просыпалась один раз только на кормление, где-то пол первого ночи, в час, и все. И до 9 утра она тьфу-тьфу-тьфу хорошо проспала. Возможно, поэтому она сейчас, я не могу ее уложить, потому что человек выспался. Ну да ладно. А я вообще жду, когда она может поспать, потому что мне как стирала, мне надо убрать белье, погладить, доварить обед, ужин. Я вот все жду, когда человек пойдет спать. Ну, сейчас муж покушает и захочет спать. Я уже и белый шум ей включала. Я уже и пыталась ее качать. И танцевали мы с ней под музыку. Ну, не хочет она. Ну, да ладно. Сейчас муж уснет. Надо немножко окно открыть. У нас на улице вообще холодно. Там за 20 с лишним. И на улице не выйти, да? Ну, ладно. Откроем немножко, проветрим перед сном. Кто кушает, всем приятного аппетита. Пока Даша спит, все-таки уснула наконец-то. Я приготовила гуляш. Осталось сделать гречку. Ну, гречку, наверное, чуть попозже. Приготовился у меня суп щи такой. Хочу сейчас немножко попить еще кофеек. Параллельно я успела погладить белье, надо разложить. И осталось сложить носки. И хочу сделать небольшой перерыв. Папа печек, как тебе дела? Все хорошо. Мама печек, мама печка, печек, как тебе дела? Все хорошо. Мишка пачек, как тебе дела? Все хорошо. Мышка печек, как тебе дела? Кошка печек, как тебе дела? Все хорошо. Хорошая песенка, сыну. Да. У нас наступил новый день, и все-таки решила разобрать детские игрушки. Говорила, что собираюсь, как раз купила под это пакеты. Вот, не знаю, достала ящик. Думаю, что сегодня все не переберу, но хотя бы какую-то часть попробую. Вот, достала ящик из-под кровати. Даша уже, конечно, вперед-вперед заняла своим делом, села сюда. Надо сейчас все вытащить, посмотреть. Вот видите, даже уже проломилась. Надо забить, потому что она тут постоянно теперь сидит. Так что хочу заняться, посмотрю, что получится. Если что, поделюсь с вами результатом. Итак, разложила я пазлы по пакетикам. Здесь в основном деревянные. Вот такой пазл есть, он многослойный. Такой пазл. Есть еще подобный. Унесла на кухню. Здесь есть границы, как складывать, а там нету. И тот пазл нам отдали. Я сидела, собирала, так и не собрала. Не знаю, как похоже собрать. В общем, на кухне он лежит. Здесь такая рамка-вкладыш. Вот последний у нас был. Здесь два пазла с животными и такая вот кухня. Что-то, видимо, тарелочки. Я их вместе сложила. Потом есть такие пазлы, они мягкие, здесь еще вот какие-то тканевые, здесь три пазлы, их вместе, это вот даже сейчас хорошо, потому что она вот такие пазлы все в рот тащит, и потом они отклеиваются, все равно на дерево приклеена бумага, и она потом съедает, я думаю, вот эти пока ей хорошо будут. Потом есть и такие пазлы, деревянные, в виде дерева, они вот такие объемные. Еще вот половина вот этих пазлов, это еще от Гриши осталось.
Потом есть у нас вот такая игра. Коробка сама сломалась. То есть она была вот подставка и ящичек. Вот это здесь уже выломали. Вот это я, наверное, оставлю, сохраню, чтобы слова можно было сюда ставить и составлять буквы по словам. Все сюда переложила. Но пока для Гриши это рано пока с буквами. И чтобы совсем не потерять до конца, я вот брала. Надо еще вот эту убрать. Потом есть вот такой пазл. Я показывала вот большие машины. Здесь две машины. Все, пазлы все, они здесь. Не знаю, все детали на месте или нет, но все искала, вроде бы да. Есть лото. Скорее, вообще надо, наверное, заменить лото, купить новый, потому что, возможно, каких-то деталей тоже не хватает. Надо поиграть, посмотреть. Вот. Это уже все поэтованное. Коробку тоже она есть. Ну, я ее сейчас выброшу. Поэтому вот так, да, получилось хорошо. Пакеты у меня еще остались. Остались прям большие и совсем маленькие. Например, вот такие пазлы. Пакет. Он не получился, я взяла средний. Как бы он большой. А если сложить вот эту саму коробочку, она не помещается мне в средний пакет. Поэтому я сложила большую, не просто вот так пополам. А так зато все каждый по отдельности получилось. Человек поспал второй раз. Проснулась она с плохим настроением. У нее лезут зубы, два нижних. Я помазала холесалом, вроде бы сейчас ничего. Вот кушает яблочко. Да, Даш? Дашки? Так, без настроения. Такое настроение было. Все не так, все не так. Да? Так, что хотела сказать по поводу соски. Все, уже окончательно мы ушли от соски. Я уже говорила, что Даша не брала до года вообще. Потом она ее нашла. Сначала было для забавы, но это моя вина. Сначала думаю, ну ладно, пусть поиграет, я уже говорила про это. Потом она стала засыпать с ним, мне было удобно, и все, потом она привыкла. На самом деле, не знаю, может быть, она и не привыкла, как бы, ну нет, было такие прям засыпания, прям только соской. Буквально где-то она 2 месяца, наверное, с ней походила, и все. Вот уже все, 3 дня мы без нее, она, мне кажется, даже не вспоминает. Это у меня, мне кажется, в голове, как она. Во-первых, еще и зубы лезут, тут еще и погода, возможно, это вообще не связано с соской, поэтому все, больше давать ей не буду, и тему эту я соской закрываю. Потому что все, мы ушли. Я думала, на самом деле будет намного... Ну, поднимайся. Я думала, что это будет намного сложнее, но нет. Оказалось, не так уж и сложно. Вот. Человек без настроения, поэтому... Что ты делаешь? Свистишь? Ладно, человек без настроения. Скоро должен прийти Гриша с садика с папой. Будем их ждать. И я буду заканчивать свое видео. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Увидимся с вами в новых видео. Всем до встречи и всем пока-пока.